Всем привет, мои дорогие. Не обращайте внимания, у меня телевизор там. Вот, я хотела сегодня с вами покушать пеленный Севрюкова. И буду есть пеленный Ватутин. Брусочек, так хочется его попробовать. Прямой эфир вчера у меня зависал. Вот, сегодня целый день не ела мел, держалась долго. Сегодня очень хочу. Вот, и, кстати, меня просил привет передать Чехангир. Привет тебе большой. И всем остальным тоже огромный привет. Милоедец, молодец, ты мне передавал привет. Тебе тоже большой, огромный привет. Пью компотик домашний. Попробую макнуть мелок. Это мелок, который мне прислала Юля. Очень вкусно, Юль. Спасибо тебе. Ватутин. Мега-брусок. Очень вкусный, прям запах сырости, прям такой.
Классный мел. Обалденный. Хочу попробовать волоконовку. Тоже пиленый. Мега брусок. Правда, он тяжелый такой. Весит 100 грамм, наверное, точно. Сливочный вкус.
Тоже пахнет сыростью. Нотки побелки, прибытой пыли есть. Но вкусный. Прям сливочный такой. Ну все, перекусила. Очень вкусные мелки. Мега бруски вообще. Прям класс. Наверное, я все-таки закажу. Ну, пока-пока.